Рада представити нашу головну тренерку Аліну Стаценко. Будь ласка, Аліна, розкажіть, будь ласка, про сьогоднішню гру. Що можете сказати про неї? Что можете сказать про сегодняшнюю игру? Что хочу сказать. Сегодня была очень хорошая игра, очень хороший соперник. Нам не в каждое воскресенье или субботу дано играть с игроки из национальной сборной. Конечно, мы поняли, какая команда нас вот сегодня ждали на поле. Но я хочу поблагодарить нашим девочки, нашим игрокам, то, что они выходили достойно, играли против такого соперника. То же самое штабу хочу поблагодарить, что я думаю, что мы делали все возможное, чтобы сегодня эта игра состоялась в таком же образе. Но вы знаете, футбол есть футбол. Здесь и план А, и план Б, и план С иногда, и план Зю. Можливо, буде ще питання? Как считаете, если бы не удаление Кривбаса в конце игры, были бы шансы зацепиться за ничью? И удаление было по делу или нет? Две желтые у Сан-Кенг. Я не буду обсуждать моменты, которые там видно было судья, что они там разбирают моменты. Мы как тренера будем потом разбирать эти моменты. Было достойно или недостойно эта карточка. То, что я вам хочу сказать одно, что после этой удаления команда не потеряла ни из тактику, ни из, так сказать, скорости игры. Продолжали дальше. Конечно, это для них тоже опыт. И, как я же сказала, для нас это в первый раз в чемпионат, что мы должны менять некоторых игроков, чтобы не потерять из нашего стиль игры. Поряд зі мною головна тренерка «Житлобуд-2» Наталія Зінченко. Будь ласка, Наталія, поділіться враженнями від гри, що можете сказати про гру сьогоднішню? Ну, я в первую очередь хочу сказать о том, что, к сожалению, мы в последнее время живем по протоколу, который составили для нас. И та ситуация, что сложилась сейчас у нас в клубе, я думаю, что она может быть с каждым сейчас. Я, конечно, желаю только здоровья. Мы рискуем, мы сейчас все под риском находимся. Перенос игры нам не пошли навстречу, то есть мы готовились, у нас 11 человек, чтобы вы понимали, мы готовились теми людьми, кто у нас был на данный момент, все остальные заболевшие, травмированные. Протокол протоколом, а жизнь жизнью. Футбольная жизнь такая, что она коротка. К сожалению, мы компромисс не нашли, пришлось нам играть. Я благодарна своим девочкам за ту самоотдачу, за то, что сейчас они лежат в раздевалке. У кого-то сильный ушиб, у кого-то еще что-то, кто дотерпел, потому что знали, что на скамейке никого нет. За эту самоотдачу, за характер. По игре я не то, что хотелось бы от нашей команды, потому что нет многих лидеров, к сожалению, которые заболели. Желаем быстрее выздороветь и возвращаться к нам в строй. Я думаю, что дальше будет легче. Большую благодарность своим девочкам, опять же, скажу и хочу, чтобы они быстрее выздоровели. Понятно, что проблема существует. Ну, опять же, команда Кривого Рога, это понятно, она новая, но собраны очень хорошие игроки. Одни из лучших молодых в Украине. Легионеров много. Понятно, что дома они при своих болельщиках играли эмоционально, эмоции были большие, желание. По сути, игра получилась хорошая именно в плане, не по футбольному, в плане того, что психология сегодня была на первом месте. Рисунка игры как такового не было, была битва, была борьба, была бойня. Ну, это такие игры только украшают наш чемпионат. Ну, плюс того, что, опять же, я повторю, что очень большое на кону стояло то, что результат. Сегодня мы его добились. таким, да, реально таким плохим способом, то, что у нас мало игроков осталось. Ну, будем дальше готовиться, у нас еще одна игра, так как протоколы, мы должны действовать по протоколам, мы будем дальше играть. Будуть ще питання? В кінці в цих полювалися, що можете втратити перемогу? Ну, конечно, волновались, потому что у нас левый защитник играл на одной ноге. Нам пришлось также одного игрока к ней в помощь посадить, а так как понятно, что навал пошел, желание отыграться. Гол, который нам забили, допустили ошибки, но это опять же, это футбол, это все может случиться, будем разбираться в концовке, понятно. То и главное, что последние минуты доиграли спокойно, у нас не было такого прям какого-то сильно большого навала. Чи вважаєте Кривбас конкурентом за золотые нагороды чемпионата? Да, сейчас на данный момент они очень долгое время шли в лидерах. Сейчас только все начинается, первый этап закончится, еще 2 игры будет. Все может случиться, все может перевернуться.